Учебная аудитория – не место для вкусняшек, уверена четвероногая преподаватель Дженни. Сегодня, в Международный день учителя, она на собственном примере показывает студентам Дмитровского института непрерывного образования, как правильно дрессировать своего человека. Студенты изучают нормативы общего курса дрессировки. Среди обязательных заданий команды – сидеть, лежать, рядом и другие. Перед выполнением задания собака, как и любой профессиональный спортсмен, должна размяться. Дженни, идем. Молодец. Продолжается практика уже на тренировочной площадке. Студенты с удовольствием смотрят показательные выступления Дженни. Подобные занятия для учащихся преподавателей готовят регулярно. Я поздравляю всех своих преподавателей. Они дают нам максимум знаний. Они все на практике нам показывают, привозят нам собак. Они позитивные, пускай такими всегда будут. Сегодня в паре с Дженни Татьяна. Она профессиональный кинолог, обучает собак и их хозяев жить в ладу друг с другом. В дрессировке самые первые моменты тяжело даются многим, возникают сложности различные, и люди, как правило, уже нет, все, ну и прекращают заниматься. То есть это самое сложное для всех. Дженни! Стать такими же дружными, как Татьяна и Дженни, хотят около 200 студентов курса кинологии. Данная специальность, данная профессия очень востребована во всей России, поскольку все мы прекрасно понимаем, что без собаки нельзя найти взрывчатку, без собаки нельзя найти наркотики. Для студента-кинолога главная любовь к животным. Это самое главное. Сейчас Дженни на заслуженном отдыхе. Ей идет уже 10-й год, и с высоты прожитых лет она с полным правом может оценивать своих студентов. А ваше впечатление от сегодняшнего урока?